Всем привет! С вами я, Тимур, и вы на канале Тимур Учебовс. Это срочное включение. В Брукхевен вышло новое обновление, оно очень крутое. Вышел новый дом, который доступен для всех. Для всех, кто даже первый раз зашел в эту игру. Да, сейчас я вам покажу. Этот дом настолько просто крутой, что он должен быть премиум, но он почему-то доступен для всех. Итак, мы заходим. Тут мы видим красивое расположение диванов, телевизоров. Тут кухня, стол большой. Дальше тут у нас лифт, три этажа. Тут у нас находится двор. Во дворе, конечно, ничего такого особенного нету, но все равно показал. Так, дальше у нас здесь находится спальня. Вот такая она, обычная спальня. Тут компьютер, вот так вот расположены эти кнопки управления по-новому. Дальше тут ванная, что-то у меня лагать начало, не знаю. Тут душ, закрытый прям такой, да. Тут камин небольшой, такой вот красивой форме. И теперь мы поднимаемся наверх. Наверху у нас ванная, кстати, в подвале самое интересное. Ну, не в подвале, а внизу самое интересное. Тут две кровати. Дальше тут такая спальня. Я быстро показываю, чтобы времени не тратить много. Здесь большая спальня с балконом. И тут джакузи. Дальше здесь прямо находится ванная. Да, большая ванная. И теперь мы с вами спускаемся. Вот еще балкон большой. Тут ничего нету. Теперь мы с вами спускаемся в самый низ. Смотрите. Тут у нас баскетбольная площадка. Да, ребята, вот так вот мы можем брать мяч, кидать. Но это не самое интересное. Дальше мы здесь будем изменять. Фанхаус — это вот такая детская площадка или детская комната, как в этом, как в детском доме, или как там называется, не знаю, для чего предназначен, но многие используют тот дом как детский дом. Да, вот площадка большая, и тут бассейн, он доступен только для премиум. Мы нажимаем, и вот он какой бассейн, даже горка есть, даже трамплин есть, друзья. Это просто очень крутое обновление. Трамплин маленький. Опа. И трамплин большой. Да, ребят, это просто. Опа. Еще добавилось в особняк новый отель. Но у меня, к сожалению, нет особняка. И отеля тоже такого нет. Поэтому вот такой классный дом.